9 фактов заражения крупного рогатого скота бруцеллезом выявили в 5 районах области с начала года. Из последних 26 марта в Акжарском районе. Там положительный результат показал у одного животного. Зараженный скот сдан на санитарный убой. Сейчас проводится дезинфекция, у остального поголовья берут анализ ПЦР. После решения акиматов сельских округов, возможно, введут ограничительные меры. Такие, к слову, сейчас только в Акаинском районе. Их ввели еще 4 июля и до сих пор не сняли. В прошлом году за 12 месяцев было выявлено 272 КРС, которые показали положительные результаты тестов на бруцеллез. Стоит отметить, что в прошлом году на данный период было выявлено 44 случая бруцеллеза, а в этом году 9. На бруцеллез специальной вакцинации не проводится, только по изъявлению желания хозяина скота.